Развлечь детей непросто, особенно когда их 3, 4, 5 и больше. Об этом точно знает многодетная мама Надежда Козлова. Прежде всего, это дорого. Вывести семью в свет – удар для кошелька. Поэтому семья Надежды очень обрадовалась, когда узнала об инициативе губернатора раз в месяц предоставлять многодетным билеты в театры бесплатно. Самое наше большое развлечение – это вот в парк сходить всем вместе. В театры мы ходили только раза два в год, вот на Рождество, на Новый год и на окончание школы или там садов перед летом. Вот. Сложно это, конечно, было. В регионе таких семей очень много. Только в общественной организации «Колыбель» больше 400. Многие из них малоимущие. И эта мера поддержки пришлась кстати. Для многодетных семей это будет очень хорошее подспорье, потому что наши театры дают прекрасные постановки, и возможность вывести большую семью на такие постановки, я думаю, будет воспринята нашими многодетными семьями с большим энтузиазмом. Мы призываем все наши многодетные семьи откликнуться активно, поучаствовать, следить за нашей информацией, вот, для того, чтобы успеть воспользоваться такой возможностью. Театры уже включились. В драматическом, например, сходить можно на большинство спектаклей, кроме премьерных, гастрольных и фестивальных, а еще тех, у которых рейтинг 18+. Бесплатными выделили по 30 билетов на каждый спектакль, на 13-й ряд. Но предварительная заявка обязательна, по телефону или через сайт. Они с этими документами приходят в кассу, на их фамилию бронируются места. Они также в кассе говорят, что вот мы многодетная семья, предоставляют документы, и кассир им выдает билеты. То есть, а также они должны потом на входе предоставить документы вместе с билетами. Две многодетные семьи на этой неделе уже билеты забрали. В театрах отмечают, законодательная новелла – это условность. Бесплатно пускали и раньше по предварительному звонку. Многодетные теперь мечтают и о бесплатных билетах в цирк, но отмечают, это скорее неизбыточное желание. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.